Всем привет! Сегодня я снимаю видео не вовремя. В общем, не смогла я снять 4-й, 5-й старт тогда, когда это нужно было. И сегодня, когда нужно уже снимать итоги, сегодня у нас суббота. Итоги, по идее, я должна снять завтра, но завтра у меня опять не будет возможности. В общем, я сегодня вам покажу то, что я начала в 4-й и 5-й день. И уже посмотрим, какие у меня продвижения по всем-всем процессам. Значит, как я и говорила, помните, если я спрашивала совета у вас, как вязать мне джемпер, каким узором, составом. В общем, вот то, что у меня получается. Такое полотно. Здесь, если кто-то первый раз видит меня, то у нас проходит неделя стартов. Ну, это вы из названия поняли, да? Вот. И сегодня итоговое видео. Вот процесс 4-го дня. Этот джемпер мне. Здесь довольно широкая горловина, круглая. И я вяжу регланом сверху из пряжи. Боюсь все это доставать. Так, меня, естественно, отвлекли. В общем, вяжу я из Alize Bella. Сейчас чуть-чуть журцу пакета. Кто не знает, вот такая пряжа. Это 100% хлопок. Здесь 180 метров на 50 грамм. И цвет это 55-й. У Alize это чисто белый-белый цвет. Вот одна нить Беллы. Одна нить бобинный кашемир вот такой. Здесь 1500 метров на 100 грамм. Я беру одну нить. И еще одна нить люрекса. Я вам боюсь его вытаскивать. У меня, смотрите, все как-то происходит в коробке. Почтовые. Стоит бобинка с люрексом, бобинка с кашемиром. И из Беллы тоже стоит моточек. Все это вытягивается. Ой-ой. Вот такая у меня, в общем-то, конструкция. Люрекс этот тонкий. Я его покупала, он, по-моему, 20000 метров. Вот по сравнению с кашемиром, который 1500 метров. Такой тоненький люрекс. И мне очень-очень не нравится вязать в том плане, что, вот, допустим, я вяжу, отматываю какую-то нить, да, и вот видите, сразу люрекс провисает. То есть я вяжу, у меня получается петелька потом. Ну, это, в общем-то, я думаю, тоже не очень большая проблема. Еще существует такая проблема, как подцепить не всю петлю. То есть там как-то вот так вот расщепить ее тоже не очень приятно, но, в общем-то, вот, провязала я росток, вот, по рукавам, на половину рукава, потом здесь углубление горловины небольшое, потому что вырез довольно большой, такой широкий, и вот розовыми маркерами у меня выделены рукава, голубыми перед и спинка. И вот на спинке еще в начале ряда висит маркер такой темно-голубой. В общем, ладно, это мое начало, мой старт 4-го дня. И я его убираю. Сейчас покажу вам, что я начала вчера, в пятницу. Я, по-моему, не показывала. Не помню, готовые работы показывала или нет. В общем, я вязала вот такую шапочку мастер-класса Ульяны. Значит, я этот мастер-класс изменила. В общем, я вывязала здесь укороченные ряды. Вот не просто 3 на 3 ряда, а вывязала, ну, укороченные ряды, сами видите, развороты тут не очень аккуратные. Вот, и здесь, значит, это остатки пряжи. Здесь 100% кашемир, здесь много разных нитей. И мне не нравился вот этот уголок. И, в общем, я все думала, буду вязать еще одну такую шапочку. Мне тут не хватило пряжи, я добавляла вот этого кашемира опять.
В общем, извините, если вы слышите моего ребенка, но я ничего не могу с ним сделать, простите. Вот, значит, эта шапочка у нас так получилось, что до, ну, в принципе, до полугода она еще будет как раз, но сейчас в 4 месяца она уже маловато становится. Так, ну и я решила начать такую же точно, только побольше. И ничего не видно, да? В общем, вот я начала вязать. Резиночку я связала. Она получается тонкая, тоньше, чем вот эта. Я думаю, может быть и ничего, потому что все-таки весна, но вяжу я под довольно такой теплый комбинезон, хотя он с капюшоном. В общем, не знаю, маркеры у меня висят там, где я должна сделать развороты в укороченных рядах. Вот я здесь тоже провязываю укороченные ряды, вот здесь по 3, здесь по 5. Вот, в общем, вот эту резиночку я вязала в 3 нити. Это кашемир 30%, мерино 70, 1500 на 100 грамм. И потом всю шапку я вяжу, одна ниточка мериноса, другая ниточка твида. Это, по-моему, 100% меринос твид, я не помню. То, что я джемпер показывала вам, вязала. Вот у меня остались такие моточки. И я решила связать шапочку. В общем, здесь, по-моему, 750 метров на 100 грамм. Получается, вот на просвет довольно рыхлое полотно. Но оно еще не стиранное, да, как вы понимаете. И вот такими рубчиками. Ну, не знаю, сомнительно мне, что получится удачно. И здесь я еще что изменила, вывязала такие вот ушки здесь, чтобы лицо прям вот по кругу обрамлять, потому что здесь, видите, как вытянулась резиночка. Ну, сюда-то я спандекс вставила, вот, на лоб, как бы, да, вот здесь у меня вставлен спандекс, хотя его особо не чувствуется. А здесь просто резиночка, и она вот прям... И мала шапка стала вот... Как бы сказать, вот здесь стала видна шейка. То есть нужно делать больше рядов и как-то чуть-чуть по-другому вот это вот место все организовать, сделать более круглое. Здесь тоже я делала укороченные, но вот здесь такой получился угол. В общем, такой у меня старт. Пятый старт. И, собственно, вот такие продвижения. Нравится мне на ощупь, но я сомневаюсь насчет сезонности этого изделия. Ну так вообще прикольно, да, красиво смотрится. Твид, мне кажется, он в изнаночной глади довольно-таки интересно всегда выглядит. Да, посмотрите. Пушок. Крапинки. В общем, вот так вот. Давайте теперь я покажу вам продвижение по моим остальным стартам. В первый день, как вы помните, я начинала бактус из Alize Angora Gold Ombre Batik 80% синтетики, 20% шерсти. И 825, мне почему-то все время хочется сказать 875, да, 825 метров в 150 граммах, стандартный метраж для Alize Angora Gold. И вот то, что я показывала в первый день, больше я и не вязала. Отпарила я начало, и вот посмотрите, как выглядит полотно. Мне очень нравится, и цвет мне очень нравится, и как получилось вот это все. Такое прям приятное. И дырочки эти будут вот так вот полосочками. Я думаю, тоже неплохо смотрятся. Вот, в принципе, мне нравится. Вязать я буду. Но вот, кстати, наверное, даже на выходные мы уезжаем. И я повяжу там в гостях. Второй старт. Я уже не помню. У меня был шарф, да, твидовый шарф. Последовательность забыла. И, в общем, вот я его вяжу. Вот то, что у меня осталось от большого мотка. И вот то, что у меня, как выглядит шарф. Конечно, он корявый для стирки, но он по-прежнему не косит. И
в общем-то, довольно такой приятный. Спицы это номер 4, твид этот полушерсть какая-то бобинная, бобинный твид, полушерстяной, не очень хорошего качества. Если кому-то интересны подробности и вы не видели, то посмотрите, пожалуйста, видео за вторник, там про твид я говорила. Вот видите, как он... В общем, я тоже закрепляю нить вот таким образом. Вот как-то прикалываю ее. И вот так вот держу. Мне здесь не хватит места. Вот так вот держу, жду, когда он раскрутится, и потом вяжу. Потому что, ну, так просто вообще нереально. Не всегда, конечно. Но терпения, когда мне не хватает вязать такой вот веревкой, то я раскручиваю, он тогда и помягче становится, и как-то такой приятнее. В общем, вот, после стирки он должен стать поприличнее. Сейчас, конечно, это довольно такое корявое полотно. Ну вот, я думаю, для шарфика мальчику под красную куртку будет прикольно. Вот. Что хотела еще сказать по нему. Я так понимаю, что пряжи мне хватит, потому что тот шарф, который я показывала, горчичный, я его довязала и не извязала второй моток. То есть у меня ушло меньше 100 граммов. Я не взвешивала остаток, точно сказать не могу. Ну, может быть, не 100, а 90 у меня ушло. В общем, я решила, что достаточная длина. Не хочу, чтобы висели длинные концы. Вот. Потому что, ну, будут пачкаться они и в целях безопасности, как бы, ну, такие мои мысли. Вот, решила я, в общем, его закрыть, и он тоже готов. Не тоже, в смысле, а тот шарф готов, этот шарф в процессе. Это у нас второй был старт. Вот. И третий день я начинала вязать шапку из мериноса с хлопком такого цвета, как мой сын говорит, военного. И у нас еще есть такие кнопочки, клепочки, как их называют, пластиковые, которые с Алиэкспресс, которые я когда-то обещала показать, как их ими пользоваться, но так и не сняла, простите меня. Вот, кто ждал, может, сниму. В общем, красные такие звездочки, я думаю, мы вот это когда подвернем туда все внутрь, сделаем такую звездочку. Вот. Я просто вяжу полотно вперед такую трубу. И вот сейчас... Вот, я вяжу такое полотно. Сейчас я уже буду прикреплять моток. У меня было два мотка. Я, в общем, это вяжу из распущенной пряжи уже. А эта пряжа еще такая первозданная, скажем так. В общем... Да, что хотела сказать. В общем, будет эта двойная шапка. Мне написали, что она будет опять зимняя. Но нет, март и двойная меринос с хлопком от ветра будет нормально. Зимняя, это, знаете, внутрь мериноса, а сверху альпака, еще с альпаковым отворотом. Причем на таких толстых спицах. Это вот, ну, это, так понимаю, зимняя. Вот, и смотрите, я хотела сказать, первый день, когда я вязала, я, в общем, как-то спешила, и что мне не была я уверена, и у меня получалась такая корявая вязка. Ужас, просто какие-то петли все. А потом ничего, нормально. Не спеша, когда сидишь, вяжешь, то оно как-то и лучше получается. В общем, вот, это будет шапка ребенку, сыну моему. И это все получается, что я вам хотела показать. А, еще я вам хотела показать, что же все-таки в итоге выбрал мой ребенок на этот самый свитшот. Сейчас я все это уберу и покажу вам, какой шнурочек у нас будет. Ну вот, вы уже видите, что победил зеленый шнурок. Победил зеленый шнурок с учетом голосования и в Инстаграм, и на Ютубе. Спасибо большое вам огромное за такой отклик, что все проголосовали, написали комментарии. В Инстаграм вообще просто небывалая активность для моего профиля. В общем, вот, зеленый шнурок. Да, еще, кстати, я хотела отметить Олин комментарий, что Оля, островочек рукоделия, то, что
цвет деталей подчеркивает вот здесь. Короче, если я беру зеленый шнурок, то у меня акцент на зеленых полосах. Если я беру оранжевый — на оранжевых, желтый — на желтых и так далее. В общем, да, я полностью согласна, Оль, спасибо, что обратила внимание на это. Но мне не понравилось. Короче, мой сын выбрал вот так темно-коричневую фурнитуру. Мне это не очень нравится, мне кажется, это слишком... Но, может быть, не то что контрастно, но очень так ярко. Ну, контрастно, да. В принципе, у вас картинка сейчас тоже контрастная. И вот эти полосы, они из-за того, что такие рябые, то они как-то более сглаженные. Когда... Ну, не знаю, мне, в общем, больше нравится вариант с белыми. Но носить ему, поэтому он выбрал себе вот коричневую фурнитуру. И... Будет, значит, так, да. Здесь будут вот такие, ну, вот эти вот ограничители. А утяжечки будут внизу, вот здесь. Ну, в принципе, нормально это, наверное, будет смотреться, я надеюсь. Вот, такие дела. И что хотела я сказать вам еще? В общем, вот, друзья, неделя стартов закончилась, но интересные видео на этом не заканчиваются. У нас начинается с 9 марта новый проект, скажем так, марафон, который я сама организовала. И, в общем-то, если вы только сейчас об этом слышите и хотите присоединиться, то, пожалуйста, я думаю, никто против не будет. В общем, у нас на данный момент 6 или даже уже 7 девушек, женщин, как это назвать, 7 девчонок, в общем, мы будем вязать 10 стартов из запасов по списку у нас. Ну, если интересно вам, я оставлю ссылку на видео с приглашением, где я рассказывала о правилах. В общем, правила довольно-таки условные, лояльные, и, в общем, основная мысль, чтобы всем было в кайф повязать и поначинать нового, не бить себя по рукам, что нет-нет, вот сначала закончи, а просто вот начинать на расслабоне таком, когда тебе вздумается, там раз в 3 дня или там в 4, или хочешь каждый день. В общем, вот, да, будет выходить видео, я так планирую, раз в 3 дня или около того. И первое видео приветственное уже с... планами. Пряжу я покажу. Оно должно, в общем, выйти 9 марта, но я ничего не могу обещать, потому что вот видите, как получилось с 4-5 стартом. У меня заболел ребенок старший, на 4 старт вообще не было времени в четверг. Ну, в общем, это все не беда. Все это решаемые вопросы, и вязание не главное, да, как... Вот, так что вот так вот. На этом хочу с вами попрощаться. Спасибо большое, что неделю это были со мной. И увидимся в следующих роликах. Всем пока!